О, Сергей повез в Канаду книги. Позвонил ему, он как хорошо, вот один-то еще бы сделал. Он говорит, завтра, послезавтра, а потом раз сегодня, а у меня все готово. Попросили две книги написать. Главное, Дмитрий отец, ты там Дмитрий сын, говорит. Ну там опишите, старший, младший, чтобы книги мы, говорит, тут сразу поделили. В Ирландии получили очень, слава Богу. Ну вот все. У нас сегодня 7 мая 2019 года. Слава Христу. Машины садятся. Это сегодня 11-е. 10-е. 10-е сегодня. Мая 2019 года. Мужики какие-то. Это хозяин в красном одетый. Я ворота закрыл, дверцы. Оказывается, гостья была у Надежды Васильевны. Вот, говорит. Кто там был? Благослови Господи. Видно по юбкам, что свои люди были. 10 мая 2019 года, пятница. Все, разъехались уже свободно сегодня. Кто-то стучится к нам, какие-то крысята покупают по объявлению. Не знаю. Крысят. Мужчина, женщина и ребенок. Так, подожди. Вот они идут. Женщина, да, в брюках? Женщина? Угу. Закрывает, главное, тщательно. Крысят, главное, продает. Ты ошибся, может, что? Нет, крысят отдает у вас. Мы по объявлению, нам сказали. И она, они отдают? Берут в добрые руки. Крысят? Да, крысят. Кто же такой?
заинтересовался миндалем нашим. Видишь? О, ну раз оторвал, это значит в машине сидит женщина. Он еще не знает, что я вижу. Хотя он знает все. Угу. Или поедет и женщину встретит. Так просто он бы не рвал. И взял-то наверху, чтобы ничего не сказал. Осторожный. Ранимый, как говорят. Как бы в ответ что-то не сказали. Вот ты сразу человека видишь, как ненахальный. Вот потому, как он сорвал веточку вверху. Это миндальное дерево растет. Миндальное, вот оно. Вот такая примерно характеристика. Узнать теперь кто. Угу. Не торопится, долго стоит. Это означает, он не на работе. Ну и все. Вот они, пошли сестры. Дождик идет. Сильно светит и лицо не видать почти. Все, пошли, помыли. О, поехали.